Тревогу забил сын 44-летней женщины, когда не застал ее дома и не смог дозвониться до матери. Он решил, что она может быть у бывшего гражданского мужа, 60-летнего мужчины, и поехал к нему. Около дома увидел припаркованную машину, в которой находилась окровавленная женщина. Позже эксперты обнаружили у нее множество ножевых ранений. На возникшие к нему вопросы бывший сожитель убитой женщины уже не ответит. Когда полицейские зашли к нему в квартиру, он был уже мертв. В квартире дома найдено тело ее бывшего 60-летнего сожителя, который, по предварительным данным, свел счеты с жизнью. По данному факту, следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье убийства. Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело по статье убийства. По предварительной версии, причиной всему послужила ревность. Айрат Назиев, Рузиля Фахрутдинова, Ильинар Султанов, Вызов 112.